привет, с вами Обнинс Workout Team, и сегодня мы вам продемонстрируем обучалку по выходу на две руки. Фундаментом для начала изучения выхода на две является 10 подтягиваний на перекладине подбородка, касаясь до перекладины, и хотя бы 10 отжиманий на брусьях с правильной техникой. Первым подводящим упражнением для выполнения выхода на две является выставление флажка на левой и правой руке. Вторым подводящим упражнением является выполнение взрывных подтягиваний до груди. Третьим и четвертым подводящим упражнением является выполнение выхода через одну руку, то есть через левую и через правую, а также выполнение дожимов в верхней точке над перекладиной. Дополнительным подводящим упражнением при изучении выхода на две является выход на две с максимальным рывком. Это делается для того, чтобы любым способом поднять свое тело над перекладиной, чтобы прочувствовать все движение. Основной тонкостью при изучении силового выхода на две, которая вам позволит его более эффективно и легко выполнять, является крученный хват. Очень подводящим упражнением, которое позволит вам прочувствовать технику выхода на две, является упражнение бабочка. Выполняется оно следующим образом. Рассмотрим основные разновидности силового выхода на две. Первая разновидность – это силовой выход на две узким хватом. Вторая разновидность – это силовой выход на две широким хватом. Третья разновидность выхода на две – это выход нижним хватом и различные перехватные выходы на две. Хороших вам тренировок, успешного изучения данного элемента. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.